Он к себе их призвал. И тотчас братья за ним пошли. И оставляя плеча, один из них закричал: мы нашли, мы Мессию нашли. Мессию нашли. Ты оставь свои сети, пойдем скорее. Ждут нас дела, апостол Андрей. А когда стихнет ветер, там над землей, по синеве, мы пойдем с тобой. Отныне будешь ты ловцом человеком, промолвил Спаситель, и виден Андрей, как пять хлебов благословенных небом смогли накормить 5000 людей. И тот, кто первый вызвал, просветителем этих мест. Венец мучения ты принял за это, и в эллинских патрах ты взошел на крест. И где-то на небесах за ремеслом своих сетей слетает, как узелка, любовь Христову в сердцах. Целитель душ, ловец людей. Ты оставь свои сети, приди скорей. Где же ты, где? Апостол Андрей. Видишь, буйствует ветер, да над землей мир лежит во зле, этот мир шальной. Ты оставь свои сети, пойдем скорей. Чтоб нас дела, апостол Андрей.